Среди партнеров Натальи Ивановича Донской по камерным программам многие блестящие исполнители. Свои поздравления Наталье Талантовне приготовил народный артист России, профессор Московской консерватории Александр Бондурянцев. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт номер 14. Ми-бемоль мажор для фортепиано и камерного оркестра. Вторая часть. Камерный оркестр Москвы, дирижер, народный артист СССР Эдуард Грач. Thank you.
проблему вместе с родителями и полицией вашим главным врачом. И программа нашего концерта продолжает выступление народного артиста СССР, профессора Московской государственной консерватории Эдуарда Грача и камерного оркестра Москвы. Феликс Мендельсон, скерцо. Иоганнес Брамс, венгерский танец номер 4. Thank you.
консерватории имени Сироти имени Капалета Равана. Сейчас на сцену выйдет сводный ансамбль студентов Московской государственной консерватории имени Чайковского и Государственного института имени Капалета Равана, воспитанники класса Кирилла Владимировича Родина. Бах, Гуно, Аве Мария, для солирующего начали, плачетного ансамбля и фортепиано. Солист, заслуженный артист России, доцент Московской консерватории, победитель 8-го международного конкурса имени Чайковского, Кирилл Народин. Партия фортепиано Татьяна Железняк. Thank you.
я недавно завершившийся 15-м курсом Чайковского, выпускник класса профессора Эдуарда Грача, скрипач Гайка Казасян. В ансамбле с победителем 11-го курса Чайковского Денисом Шаповаловым они исполнили пасхальные для скрипки виолончели Георга Фридриха Генделя в транскрипции Йохана Хальмерсона. Thank you.
Лауреат международных конкурсов Сергей Ломовский, заслуженный артист России Игорь Найдин, выпускник класса Натальи Николаевны Шкаской, заслуженный артист России Владимир Большин. Первая часть.
нашу программу продолжает фрагмент сочинения известного итальянского виолончелиста композитора Джованни Солима, «Спацио» для следующего чили и ансамбля. Исполняет лауреат международных конкурсов Ася Соршнева, скрипка, Александр Нитинский, альт, Марфа Гарина, ударный, Николай Севчук, баян. И лауреат конкурса Евгения Петровича Чайковского, Борис Андрянов и Евгений Румянцев.
В завершении концерта перед вами выступит большой ансамбль виолончелистов, символизирующий школу Натальи Николаевны Шкловской. В составе ансамбля ученики Натальи Николаевны Шкловской и ученики учеников, а именно студенты Московской государственной консерватории, Российской академии имени Гнесина, Института имени Ипполитова Иванова, Академического музыкального училища и Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, классы профессоров Натальи Шаховской, Алексея Селезнева, Александра Загоринского, Евгения Колосова, Валерия Баркова, доцентов Ольги Галочкина, Кирилла Родина, преподавателя Василия Мечетина, Бориса Андрианова и Евгения Румянцева, художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист России, профессор Александр Загоринский. Пьяццола. Либертанго для баяна и ансамбля виолончели в транскрипции Артема Васильева. Солист, лауреат международных конкурсов Михаил Курлаков баян, дирижер Денис Шповалов.
ритм для ансамбля виолончели, контрабасов и литавр. Сергей Прокофьев, марш. Партия ударных Вадим Яшин, дирижер Денис Шпалов.